Ладно, ладно, все. Хрюлечку мучи. Просто стало интересно, что у нее такое белое на подушечках. Нельзя просто так лежать рядом с Вовочкой и что-нибудь на него не облокотить. Ты что, мне там Вова снимаешь? Ну нет. Почти. Кусочек. Ой, хорошо, хорошо, Вовочка приехал, да хоть есть на ком поспать. Смешно. Кошка перевернулась специально сюда. Прошла. Головушку прилюбила. Любительница Вовочка. Любительница Вовочка. Вроде интересно, да? А то одичали совсем в деревне. Тут хоть можно на людей посмотреть. На машинки. На собачек всяких разных. Интересно, как в окошко наблюдать. Но сегодня уже обратно возвращаемся. Буся в своих гнездах сидит. Ой, Вовочка приехала. Мулашечка, мулашечка. Что? Все, жара наконец-то пришла. Сегодня поедем. Гулять по летнему теплу практически. Может, и травка уже вылезет за эти выходные. Будет вам попастись где. Лапочки свои, лапочки. Намываем рукавички. Что такое? Посмотрите, какая мадам лежит. Пузико намывает. Надо столько времени тратить, чтобы всю себя намыть хорошо. Ты где так испачкаться-то и успела? А меня?
Некогда мне. Сама иди мойся. Красотусь, красотусь. Ой, со всех сторон испачкалась. Неожиданно. Смотрите, какой язык длинный. Ой, не знаю, как вы. Я могу вообще наблюдать за тем, как она умывается прям часами. Картина для медитации и релаксации. Смотреть, как кошка умывается. Мы уже в дом приехали, вот успели с девочками погулять до заката, в дом их загнали. Сегодня были в зоопарке, ездили туда специально, чтобы подсмотреть внутреннее обустройство вольеров, чтобы на заметку себе взять. Но, к сожалению, ничего вообще интересного там не увидели. Придется подсматривать в интернете, как и что делать, чтобы вольере им было чем заняться, что-то интересное. Вот, смотрите, у нас тепло сегодня, но трава еще вообще даже... Только-только-только проклевывается в некоторых местах. Так что все, долгая весна. Домашнее видео получилось. И всем спасибо за просмотр и за ваши лайки. Все, следующее видео будет уже отсюда, из дома, со свободы. Чем же мы занимаемся в свой выходной? Надо как-то сменить сферу и отдохнуть от животных. Мы пошли в зоопарк. Тима, молодцы. Здравствуйте, мистер Зубробизон. Вот бы нам на территорию таких пушистеньких овечек перуанских. Да? Что ты? Уши прижала. Киса бы на вас с удовольствием полюбовалась. Красотуси. Пришли в зоопарк посмотреть разные штучки для вольера у кисы. Но ничего интересного не нашли. Зато леопарды, смотрите, дальневосточные, какие красивые. Лежат.